приветствует сервер Urbans.ru. Введите имя пользователя. Введите пароль. Доступ разрешен. Спасибо вам, что вы смотрите на то, что я хочу сказать. Ну и самое главное, что вы можете спросить. Ведь спросить тоже не все люди умеют. Правильный вопрос, он говорит прежде всего о разуме человека, который его задает. Начнем сразу с первого вопроса. Задает мне его Ирина Смирнова. Вы также известны как тренер мирового класса. Какой ваш совет номер один для людей, которые хотят стать хорошими тренерами? Ну, тренер мирового класса, наверное, это громко сказано, потому что человек про себя не может так говорить, нормальный человек. Но то, что я готовлю спортсменов мирового уровня и даю им тренировочный процесс, который делает из них мастеров высокого класса, это так. Те, кто хочет стать хорошим тренером, в первую очередь вам нужно полюбить людей. Это первое. Второе, уметь понимать и чувствовать их. Ну и третье, естественно, быть хорошим специалистом в своем деле. Вот три составляющие, без которых редко получаются достойные тренера. Есть тренера, которые берут тем, что они выжимают спортсменов, те показывают результат, и потом, к сожалению, остаются с травмами, с серьезными недугами и болеют. Я на это смотрю совершенно по-другому. Для меня самое главное, как я уже говорил в предыдущих также моих советах, для меня самое главное, чтобы спортсмен, когда есть спортсмен, когда они закончат свой боевой славный путь, вышли нормальными, здоровыми людьми, могли еще сами тренироваться и даже выступать по ветеранам, что у меня и получается. Я думаю, что, Ирина, на ваш вопрос я ответил. Я хочу, чтобы вы все подумали об этом. Наступит момент, когда вы дойдете до изнеможения, и вам захочется сдаться. Вопрос вот в чем. Сдадитесь ли? Сдадитесь ли?